Я первый раз попробовал очки виртуальной реальности, первый раз взаимодействовал с предметами виртуальной реальности. Это как потерять пространство и в то же время его обрести. Немножко странно не видеть свое тело, все равно ты понимаешь, что реальность условная, но даже то, что создают очки, это, ну, необычно. Мне понравилось. Я бы с удовольствием бы испытал что-то еще в таком вот ключе. Дальше, я думаю, больше будет. Интересная штука. Можно приучить детей как раз к экологическому просвещению, к любви к нашей природе, к экологии. Поэтому, я думаю, это ноу-хау, за которым будущее. Просто супер! Погружение полное. Мне это было очень интересно. Такое ощущение, как будто ты был не в игре, а в реальной жизни. Можно, в принципе, по игре научиться, как собирать скворечник. Я в образовании работаю, детям очень понравится. Я думаю, мы бы все бы с удовольствием ходили на уроки и это быстрее бы обучались. Ты как будто в режиме реального времени паришь над этим парком. И ты летишь, но вроде стоишь на месте. И мозг немножко ломается в этот момент. Ты не просто созерцаешь это, да, но ты участвуешь. Это очень интересно будет для детей, для подростков и даже для взрослых. Даже для меня это было интересно. Визуализация очень хорошая, сделана большая работа. Интересные ощущения вообще. Не почувствуешь где-то в другом месте или с чем-то другим. Ты не просто в первом ряду кинозала, ты настоящий участник этого процесса. Поэтому это завораживает, это интересно, ты полностью погружаешься в этот мир. Я сама не из Москвы, и мне было очень интересно узнать о парках в Москве. Это чудо. Мне кажется, что за этим будущее. И для отдыха, и для развлечения, а может быть, даже в серьезных каких-то областях это применять. У нас уже все друзья прошли ее. Я уже порекомендовала всем. Да.